Ребята, всем привет. Вот зашел я в ПВЕ и вижу, добавили новую ламу. Вот, именинная лама, то есть лама второго дня рождения. На ней нарисован тортик со свечкой. Блин, наверное, она очень крутая. Но за нее, чтобы открыть, надо 1000 билетов. Это просто офигеть. 1000 билетов. Но я накопил. Вот, я накопил, короче, эти 1000 билетов. Вот, и решил первый раз сейчас открыть с вами, вот записать видео и с вами открыть первый раз, посмотреть, может сейчас там что-то офигительное выпадет, может сейчас там что-то такое выпадет, что прям, я не знаю, будешь просто счастлив от таких подарков. Вот, но я думаю, что вот торт нарисован на ней, значит там сейчас что-то будет просто грандиозное, наверное, классное. Ну-ка, давай. Ну, голоса ламы, конечно, не такие уж оригинальные. Они просто скопировали с предыдущих лам. Вот с этих, кажется, да? А, нет. Ну, я просто слышал уже. Ну, блин, 1000 билетов. Мне просто очень интересно, что же сейчас выпадет. Давайте откроем. Давайте, давайте. Все, открываем. Погнали. Ага, подача. Давай, друг, не подведи. Я копил 1000 билетов, знаешь, как долго. Так, 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 так. Ну что-нибудь. О, синенькая, эпическая. Ну блин, о, оружка, оружка. Так, это есть лебедь. Вот это, кажется, у меня не было вот этой оружки. Давайте ее возьмем. Ну, ну выживший, давай, или герой легендарный. О, легендарное что-то. Да ну. О, герой легендарный. А что выбрать-то? Непредсказуемый востроглаз или стрелок, страж, летчица? Я даже не знаю, кого выбрать. Кого выбрать-то? Давайте... Непредсказуемый востроглаз. Давайте вот этот, все, путешественник. О, ничего себе, такого, кажется, у меня вообще не было. Ну, не густо, не густо, я вам скажу, не густо. Но легендарный герой, это мне очень нравится. Может быть, в будущем выпадет уже легендарный выживший. Так вообще, наверное, будет праздник. Ну, нормально, ну тянет, ну, допустим, из 10 баллов тянет на семерочку. Ну, на семерочку тянет, даже на шестерочку. Не сказать, что прям уж все круто. Ну, было интересно, интересно. Защитничек такой нубовский. Хотя бы эпический бы защитник был. Ну ё-моё, ну нельзя было добавить, что ли, эпического защитника. Ну ничего, так герой, наверное. Его прокачивать теперь надо. И все, он будет тащить. Так, а что здесь-то у нас? Все, здесь ничего такого. Так, ну что? Ну что? Прекрати. Нет, не прекращу. Самое щекотное место. Ага. А, ну да, я знаю, там лама была, эти голоса они просто встали. Ну блин, лама второго дня рождения. Ну можно было какое-то оригинальное для нее что-то придумать. Блин, это бывает раз в год. Ну почему вы не придумали Epic Games? Для ламы, которая вышла в день рождения, можно же было какой-то оригинальный голос придумать. Ну почему вы скопировали со старых лам? Ну ладно, хорошо, окей, все, будем дальше копить и надеяться, что нам выпадет выживший. Ну все, ребята, всем пока.